Откуда цветочки? Улицы города зачищают от левых торговцев ароматным товаром. Я просто раздаю. Вы просто раздаете? На самом деле. Бесплатно? Ну, без проблем. Новая иконка для вашего телефона. В разработке мобильная версия афиши Подмосковья. Таким образом, турист не просто сможет посетить объекты туриндустрии, да, которые уже на слуху, но и, соответственно, принять участие в каких-то активностях и в концертах, и в мастер-классах. Деликатесы для праздничного стола и подарки от души – все найдете на широкой ярмарке. В первую очередь, это должен быть качественный продукт, конечно же, и доступный по цене. Поэтому сегодня мы увидим образец того, какой должна быть ярмарка. И в заключение смотрите вторую серию специального проекта к 700-летию города «Клинопись». Расскажем о ямщицких ямах, как в Клину пережили войну с французами и о строительстве канала на реке Сестра.